Всех еще раз приветствую. Меня зовут Оля, я по образованию филолог. Я из тех людей, которые мат мямлят. Типа, вот он, мой, конечно. Когда получала регистрацию, полчаса в МФЦ мычала. Потому что это туван, да? Где-то наймала мою ксерокопию. Я заметила, что у филологов вообще нет права на ошибку. Иногда мне кажется, что у всех моих друзей астма. Потому что стоит мне ошибиться, они сразу такие... Она сказала одновременно, а не одновременно. Расстрел. Кать, серьезно? Ты меня еще жизни учить будешь? Ты дала за холодец. Я заметила, что филологам прилетает буквально ото всех. От технарей часто слышу: «Ой, да что вы там, филологи, делаете, в языке ковыряетесь, пользы обществу не приносите». А вы построили дороги в Москве так, что десятибалльные пробки, умники.